Вы считаете День защитника Отечества своим праздником? Конечно. Почему? Потому что я 20 лет отдал родине, служил в вооруженных силах. Да, потому что в армии служил. В принципе, да. Я служил в армии, защищал родину. В какой-то мере, да. Я хоть и не служил, но защищаю хоть что-то, то небольшое, что у меня есть. Что такое вообще праздник 23 февраля? Праздник начальной советской армии и флота. Это праздник армии. Я в армии не служу, соответственно, не мой праздник пока. Ты не служил в армии, мне кажется, это неприлично в таком случае считать его своим. Конечно же, считаю. И своим, и вообще всех мужчин. Конечно, я защищал, служил, да. Сколько лет? Служил. Ну, 8 месяцев, правда, недолго, но служил. Да, конечно. Почему? Потому что я служу. Вы служили уже? Да, да. А сколько вам лет? 22. Ну, однозначно, потому что я сам в армии служил. Каждый из нас является защитником Родины, если даже не служит в армии, то он имеет право праздновать этот праздник, потому что он косвенно защищает эту родину. То, что он рождается здесь, живет здесь, это тоже как бы защита нашей родины. Не военная, а материальная, социальная. Как вы вообще относитесь к тому, что 23 февраля стал мужской версией 8 марта? Ну, это нормально. У женщины свой праздник, и у мужчин должен быть свой праздник. Я не согласен с тем, что это 8 марта для мужчин. Мы же равноправие вроде как все выступаем в наше время. Мужчинам тоже праздники не помешают. Каждому, ну, свой праздник нужен. Неправильно. Он был изначально День защитника Отечества, он ему должен оставаться. Есть женский праздник, он должен быть и мужской, соответственно. Ну, это хорошо, потому что посмотрел, что тебе женщина подарила на праздник. И тут 8 марта уже размышляешь, что ей подарить. Нужно ли поздравлять мальчиков в детских садах и школах? Я думаю, да, конечно, потому что мальчики те же мужчины, и они тоже хотят получить какие-то поздравления. И в будущем многие из них, наверное, свяжут свою жизнь с армией или защитой нашей родины. Обязательно, надо приучать, чтобы они знали этот праздник. Наверное, да, потому что все-таки это будущее защитники Отечества, и они себя должны чувствовать защитниками, что причастными к этому празднику. Да, почему бы и нет. А для чего? Ну, нас поздравляли вообще-то, но я не знаю. Мне кажется... Не заслужили еще. Да, конечно. Ну, наверное, нужно, коль поздравляют. Показывать пример надо, поздравлять. Возможно, как будущих защитников. Думаю, да, чтобы они стремились, чтобы они вообще знали, что это за праздник, что это за дата такая. Ну, рано еще. Не доросли. Пока, наверное, еще рано, но рассказать об этом, объяснить, что это... Нужно. Пускай ребята растут, знают, что надо быть защитником Отечества, конечно. Ребенок, пусть он даже в детском саду или в школе, он уже мальчик, уже мужчина в душе. И он в своем окружении и в своем состоянии уже, наверное, чувствует ответственность за что-то и чувствует себя защитником. Пусть маленького, но Отечества.